Ребята, нам нужно снова спасти эту девушку. Что мы дадим, морковку или телефон? Давай морковку. Морковку, пожалуйста, грызи. Лама грызет морковку, дает сердечки, и мы идем дальше. Yeah! А интересно, если бы мы дали телефон, что бы она сделала? Загрызла девушку? Не знаю. Ой, так что-то есть хочется, а что бы мне съесть? Давай сладкую вату. Или попкорн. Сладкую вату. А, помнишь, как мы играем? Если ты проиграла, когда угадываешь, то я начинаю выбирать, да? Пока ты угадываешь. Давай, сладкую вату. Ням-ням-ням. Есть! И ты прошла снова. Давай, пять. Ой-ой-ой-ой, я очень сильно боюсь змей. Ребята, что мы дадим? Намордник или шапку с дудочкой? Давай сначала шапку. Шапка с дудочкой. Так. О-о-о. Та-да-да-да. Намордник. Здесь понятно, что мы наденем намордник. Да. Змея ничего сделать не может. Проходим, и теперь буду угадывать я. Папа. И дочки. Ага, попалась, из самолета ты от меня не убежишь. Так, преступник и она в самолете, прям как в Брукхевен у нас. Помоги нам спасти девушку. А для этого подпишись на канал и поставь лайк за 3 секунды. 1, 2, 3. Успел? Помог. Так что сделать, чемоданом треснуть или дать деньги? Давай треснем чемоданом. Бамс! Есть! Да, папа правильный выбор сделал. Дальше идем. Что-то сервировочная тележка. Так, парашют или шарик? Я не знаю, что выбрать. Шарик выберу. Воздушные шарики в самолете и тележку подняли. Бред полный. Бред какой-то. Что сделать, чтобы открыть эту дверь? Морская капуста или бомба? Очевидно, что лучше бомбу не взрывать в самолете. Я возьму морскую капусту. Давай. Она съела капусту. Приобрела суперсилу, выбила дверь в самолете и вышла на улицу. И она выпала, это же очевидно, что метла и парашют. Вот, ребят, вы летите из самолета, выпали. У вас тут метла летит рядом, вот тут вот летит парашют. Что вы возьмете, скажите, пожалуйста? Я бы парашют. Вася, вон, Вася сидит, он говорит метлу. Вася, зачем она тебе нужна? Мы возьмем парашют. И это оказалась сумка с продуктами. О-оу. Вася, прости, что мы тебе не поверили. Ладно, метлу. Да она ведьма, ё-моё! Ведьма! Ой, эта птица выглядит как-то страшновато. Так что, шандарахнем по ней ракетой или дадим мясо погрызть? Мясо. Мясо. Так, ведьма дает мясо. Ты проиграла! Она лысая! Ну, давайте проверим. Используем все-таки ракету. Бамс! Сбили птицу. Ну, понятно. Ага. Ракетами по птицам стрелять. Это же у нас обычный... Инопланетянин! Инопланетянин. Так, он не в космосе! Так, а дайте-ка я шандарахну по нему молнией. Я промазал! Я просто промазал! Ну что ж, поделаешь, молнию не пойдет, волшебную палочку ведьмы. Ну, зато она милая. Посмотри, какая я буду. Ба-бам! Все улетает. И вот она выбирается из подводной лодки. Ужасно, там так ужасно! Ух ты! Надо спасти это животное! Я не знаю, правильно это решение или нет, но надо спасать. Что ты выбираешь? Мыло или молоток? Точнее, топор. Давай мыло. Мыло. О! О! Помогло! Идем дальше. Я же выбираю нелогично, это нелогично. Нелогично, да. Дальше идет страшный огонь. Тут все в огне, огнетушитель или кит с водой? Кит. Кит с водой. Ну, конечно же, не огнетушителем же тушить пожары. Ну, ребят, так и происходит, да? Загорелся дом, пожарные привозят кита и тушат дом. Элементарно, да. Ну, вполне логично. Мышь или круг? Вот вода, по идее, надо круг. А ты выбираешь? Мышь. Мышь, понятно. Сейчас она испугается мыши и перепрыгнет, да? Опа! Да, она перепрыгнула на плот. С ума сойти. Просто с ума сойти, ребята. Это вообще кошмар. Ура, я попала на необитаемый остров. Но что это за лужа зеленая? Плохо пахнет.
ребята, фу, мы даже тут чувствуем этот запах. Фу, надеюсь, вы не чувствуете возле телевизоров, телефонов. Что у нас? Или компьютеров. Вентилятор или маску? Давай маску. Маску, давай, давай. Так, она идет. Камень. Споткнулась, упала, задохнулась. Бэ. Ну что, сейчас моя очередь, пока тут понятно, вентилятором сдуть все. Ну это нелогично. Это нелогично, да. Идешь на необитаемом острове. И тут ты из кармана достаешь вентилятор. Но это еще не все, ребят. Еще вентилятор есть куда воткнуть в розетку. Видимо, вот здесь в песке розетка, она воткнула и сдула. Ну, это нормально. Так, здесь очень жарко. Значит, вулкан. Надо пригнать либо тучи, либо взять лед. О, я даже не знаю, тучи, лед. Тучи, молния. Ребят, я люблю шандарахать по ней током. У меня просто вообще то молния, опять молния. Пап, вообще. Ты проиграл. Да я вижу. Ну что ж, сначала лед, а потом дальше орешку угадывает. Да. Так, о, льдом засыпали вулкан. Ребят, дракон. Представляете, что такое вулкан? Это не маленький холмик, у которого небольшой кратер, и оттуда идет огонь. Это огромная, огромнейшая гора, в которой огромнейший кратер, и она засыпала его льдом. Кошмар. Ну, конечно же, дракон еще встретил, да? Маску. Маску. Ариша выбирает маску дракону и счастливо уходит дальше. Я просто в шоке от этой игры. Итак, приключения на острове продолжаются. Кокосики кит. Ой, у меня такая жажда. Перчатка, чтобы долбануть по дереву, упал кокос, разбился и дал ей кокосовое молоко. Или копье, чтобы она ткнула в кита и ее залило водой. Давай копье. Копье, давай. Пиу. Ой, извини, мистер. Ты не угадала. Итак, берем перчатку. Но здесь все нелогично. Дыш. Кокос упал. И он уже с трубочкой, ребят, на необитаемом острове. Вы знаете, там вы приезжаете на необитаемый остров, там кокосы уже с трубочкой, уже готовы. Да. Просто пьете и все. Так, я угадываю, мышь или... Мышь была. Возьму круг. В красную лужу прыгнула в круге радостно. И там оказалась акула. Да. Выбираем мышь. Щелк, мышь подбегает, опять ее пугает, да? Она опять ее боится и прыгает опять на плот. То же самое все. О, и тут корабль, лодка вон там. Привет! Привет! Спасите, помогите, я на плоту в красной луже. Факел или сигнальную ракету? Не знаю. Так. Я выбрал факел. Папа! Так, и... О! Пап, я же выбираю. Ну ладно, извини. В следующий раз ты выбираешь. Ты очень долго думал. О, я лечу. Ой, я сейчас упаду. Риша, что делать? Как ее спасти? Я уже не знаю, надо ли ее спасать. Давай баклажан желтый. Вот это? Да. Это семя какое-то, ну давай. Она его съела. Без комментариев. Дальше летит, и тут птички. Птички, угу. Они мешают ей пролететь. Вызвать ястреба или свистануть в свисток? Давай свисток. Свисток. Сработало! Да. Я думаю, если бы был ястреб, то он бы сбил ее просто. Так, капюшон. Или, это что, громотвод? Давай капюшон. Капюшон одеваем. Опа, молния шандарахнула, готово. Это уже логично. Ну, давайте теперь громотвод выберем. Да. Молния в него ударила, он летит дальше. Быть такого не может. Ладно, прошли уровень. Зайду-ка я в магазин за покупочками. Ой, тут грабитель, что делать? Мы сами не знаем, либо вызвать собаку, либо рогаткой треснуть. Ты выбираешь. И собаку тогда. Я выбираю собаку. Она пришла и... Гав. Грабитель испугался. И все получилось. Лето. Давай пять. Он возвращается. Что же делать? Превратиться в манекен. Вот я выбираю. И грабитель ушел. О.
Фух, не заметил. Давай 5. Ну вот он пришел. Замри, пишет. Пистолет или вот эта штука? Вот эту штуку я выбираю. Бамс. Ау! Как она жестоко расправилась с преступником. Молодец. Ребята, она села в самолет, летит и спит. И так я выбираю воду, облить ее водой, чтобы разбудить. Это я выбрал зря. Да. Теперь я выбираю. Ну, сейчас понятно, очевидно, другое. Ага. Гудок, бибикнуть ей, Ну, нормально. И тут самолет задымился. Ариша, теперь ты выбираешь, чтобы ее спасти. Что делать? Катапультировать или починить во время полета? Катапультировать. Катапультировать. Отлично, а мы же без парашюта. А, с парашютом, отлично. Дерево, приземляемся. Ой, я застряла. Поджечь парашют, чтобы он вспых огнем. И, возможно, ее зажег. Или просто отрезать стропы. Отрезать стропы, отлично. Она это делает. Это было логично. Интересненько. Ребята, если вы когда-то увидите что-то такое подобное, никогда не проходите мимо. Нужно оказать первую помощь. Что мы будем делать? Нужно срочно электричество запустить, ей сердце! Нет, папа! Нужны таблетки! Оу, ее прибило. Да, ты была права. Таблетки? Да. Давай. Посмотрим. Так, дает таблеточку. Там ням-ням-ням-ням съела. О! И радостная бабушка встала. Обалдеть! И тут валяется мусор! Что делаем? Сжигаем? Поджигаем или пылесосим? Так что, поджигаем или пылесосим? Ну, нелогично поджечь, а логично пропылесосить. И? Поджигаем. Поджигаем, давай. Это было неправильное решение, да. Пропылесосим? Вы же знаете, вы идете по городу, видите мусор, и у вас всегда есть с собой пылесос. Это же элементарно, конечно же. Берете и все пылесосите. Отлично, все, уборка сделана, идем дальше. И тут она видит, что бомба. Бомба, что делать? Что делать? Ножницы или засунуть ее в сейф. Перерезать провода или засунуть ее в сейф бомбу. Сейф. Сейф. Засунем бомбу в сейф. И взорвем. Бумс. О, я думала, молодец. Я думала, вот ее в сейф. Ага, ее сейф. Нет, бомбу просто взорвали в сейф. Друзья, здесь что-то происходит необычное. Какой-то конкурс. Две женщины сидят на электрических стульях. Одна с одной стороны, другая с другой стороны. Если вы хотите продолжение, узнать, что будет, подпишитесь на канал, поставьте лайк. А вы сегодня были на канале? Папа и Дочки Геймс. С вами сегодня были папа и я, дочка Аришка. Подписывайтесь на наш канал, потому что с нами всегда весело и интересно. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока.